Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите программу «Прогноз погоды». Партнер программы «Прогноз погоды» – СКБ Банк. Хочу холодильник. А я шкаф-купе. Берите, что хотите. Кредитная карта на любые покупки. СКБ Банк. Свой для каждого. СКБ Банк не является публичной картой. По сообщениям синоптиков, завтра, 13 августа, в Печоре ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный 7-9 метров в секунду. Атмосферное давление 759 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха сегодня ночью будет плюс 2-4 градуса, а завтра днем 12-14. Уважаемые телезрители, не забывайте, что объединение «Волна» – это еще услуги по рекламе на радио, телевидении и в газете. Реклама – это просто. 3,56,90. Вы смотрели прогноз погоды. В студии была Екатерина Остапьев. Всего доброго и до встречи!